Дорогие друзья, сегодня 11 августа 2015 года. Я веду видеосъемку уже не в первый раз в этом году в бухте Кипариси. И на этот раз я сюда пришел на яхте. В прошлый раз я приезжал на автомобиле и знакомил вас с этой бухтой. Сегодня разгар лета, очень много людей, очень много яхт. Многие, как вы видите, вот на берегу поприезжали на автомобилях. Еще больше людей зашли в эту прекрасную бухту на арендованных яхтах. Вот яхты подходят, подходят и подходят. Мы стоим на якорной стоянке. Туристы мои купаются, загорают. Вечерком мы сядем на тузик. Сейчас я поставлю подвесной мотор и поедем вечером в ресторан Нектарий. Вот так сегодня, на сегодняшний день, такая обстановка в бухте Кипариси. Приглашаю вас попутешествовать на наших яхтах. Мы всегда будем рады вас видеть в Греции летом, зимой, весной и осенью. Приглашает вас пресейл, приглашаем вас на регаты Эллада, приглашаем вас всех в нашу яхтенную школу.